В редакцию ТВК обратились жители микрорайона Лажок. Семья Пахомовых жалуется на холод в собственной квартире. Говорят, продолжается это уже несколько лет. Дома супруги давно не ходят босиком. От холода спасает только теплая одежда. При этом обогреватели всегда включены. Проблемы с отоплением начались давно, вспоминает Татьяна Николаевна, почти 10 лет назад. За это время она обращалась в разные службы, в управляющую компанию, в ЖКХ, в администрацию и прокуратуру. Я обратилась в прокуратуру. Там, значит, мое это заявление переслали в жилищную инспекцию. Это жилищная инспекция, мне звонят, значит, что у вас там проблемы, значит, замерзаете, все. Я позвонил Самойленко. Они должны приехать, они должны вам утеплить с подвала пол. Пол утеплили в прошлом году, однако теплее в квартире не стало, сетуют Пахомовы. Я-то плачу 2000 за отопление, 2000. Если мне проще отдать 10 тысяч, мне уже предлагали сварить печку, вот, вывести сюда трубу и купить угля вот там под балкончиком и топить углем. Руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, официального комментария по данной ситуации пока не дает. Говорит, в ближайшее время в дом направит комиссию, чтобы провести проверку. Но по телефону он пояснил, что устранить проблему можно. Для этого нужно поменять в квартире батареи и утеплить пол. Мы вернемся к этой теме в одном из следующих выпусков.